привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в котика Тома и его друзей, и посмотрим, как они отметили Новый год. Ой, Томик, что-то с тобой неладное. Кстати, ребята, пишите в комментариях, как вы отметили Новый год и что вам подарил Дедушка Мороз. Кажется, нашему Тому не очень хорошо. Что с тобой? Я, кажется, переотмечался. В смысле переотмечался? Разве это возможно? Ну ты посмотри, у меня уже голова кругом идет, праздники, подарки, много еды, вкусняшек и развлечений. Фу, ладно, все, пошел я подарки открывать. В смысле подарки ты пошел открывать? Это где такое видано? Взял такой и ушел. Ладно, я остальных тогда полечу. А то они тоже сейчас как передумают праздники отмечать. У них у всех, походу, звездное небо над головой появилось. Это подозрительно. Как-то они уж очень хорошо Новый год отметили. Кстати, Том, иди-ка тогда поприбирайся немножечко, раз ты тут вылечился быстро. А я пока остальных ребят полечу. Сопли еще, походу, и кота. А с тобой-то что? Я знаю, сколько вкусняшек съела. И тортики, и пироженки, и всякие сладости. И, в общем-то, и кота напала. Ну ладно, пусть и кота уходит, нам и кота не нужна. А мы тем временем полечим нашего маленького малыша. А с тобой-то что? Так я ты знаешь, сколько мне подарков подарили? Целый вагон. Я аж вот весь закружился, завертелся. И сейчас как... нет! Ты куда у меня-то, эй? Джинджер! А, вот ты где. Фух, я уж от тебя испугалась. Думаю, куда ты у меня делся? Где-то тут еще одна больная была. А у Бекки-то, походу, грипп. Как-то неловко вышло. Ты-то где заразу схватила? Да не схватила я ее, это она сама пришла. Можно мне как-нибудь, полечиться, эти сопли убрать? Ну, давай, придется укол ставить. А то знаешь сейчас, какие вирусы ходят. Вон даже ребята подтвердят, что все болеют. Ну вот, так-то лучше. Здоровые котики, добрые котики. А я пойду повеселюсь пока и поиграю во всякие разные... Фу, здесь мусора столько разбросано. Эй, вы что там, вообще не прибирались после Нового года? Это странно и подозрительно. Давай-ка лучше вместо игр прибираться будем. А то как-то неприлично. Ребята пришли, а у вас тут какой-то... Ужасный ужас. Пойдем тоже поприбираешься. Потом поиграешь. А то посмотри, какое безобразие у вас. Ну вот, как всегда, прибираться так, мальчики. Мы что здесь, самые засранцы, что ли? Что вы говорите? Разве можно такие слова говорить? Ну мы же здесь не мусорили, а ты нас заставляешь прибираться. Ну ладно, простите, извините. Но прибраться надо, а то у вас уже мусором все углы заросли. Кстати, давайте посмотрим, где у нас что еще есть. И, по-моему, у нас все чисто. Томик, вот и то, прибрался. Молодец, Том. Ты это хорошо придумал. Хорошо прибрался и чисто. Поиграть хочешь? Пойдем лучше урожай соберем. Там, смотри, сладкая вата у тебя выросла. А я тебе помогу. И посадим что-нибудь новенькое и вкусненькое. Сейчас посмотрим, что там за загадочные фрукты, овощи. И прочие всякие вкусняшечки у нас вырастут. Я надеюсь, будет что-нибудь сказочное. Кстати, у меня есть два зелья для того, чтобы быстро все выросло. И это ананасы какие-то или цветочки. Что это такое вообще? Точно ананас. А здесь что? Хот-доги? Это хорошо. Соберем и посадим новый урожай. Нам, знаете ли, урожай совсем не лишний. Немножечко польем водичкой. И можно оставить Томика самостоятельно поработать. А я пока пойду съезжу в магазинчик. Эй, вы что со мной на такие хитрые? Взяли со мной, прибежали. Я вообще-то хотела одна в магазинчик съездить. Ага, да, ты собралась. Никогда одной нельзя в магазинчик ездить. Мы вообще-то тоже хотим. Ладно, давайте выбирайте, какой открывать. Вон там голубой был, давай его откроем. Ну, давай откроем. Вот этот, что ли? Вы укольчик выбрали, ну вы даете. Я лучше розовый выберу. В нем обычно что-нибудь интересненькое. Ну, вот и открыли мы. Даже ни одной карточки не попалось. У нас что, карточки закончились? Кстати, давай-ка посмотрим, что здесь у нас. Что? Снеговичок? И где же он будет? Снеговичок, ты... Вон, они украсили снеговичками... Всю территорию. Вот это здорово. Давай посмотрим, что... О, кто-то у нас тут
пришел, поработаем немножко. Давай сделаем вкуснющий, вкусенячий коктейльчик из новогодних продуктов. Например, возьмем курочку и добавим в нее... а что бы в нее добавить? А давай сделаем курочку с мороженым. Интересно, вообще можно пить такие коктейли или нет? Мне кажется, это очень странно. Ну что, ты сама пробовать будешь? Ну пробуй давай, посмотрим, вкусненько или нет. Ну, вкусненько, только меня что-то вздуло. Можешь мне помочь, чтобы из меня все эти газики вышли? Какие еще газики? Фу, точно, газики. Как-то это не очень выглядит. Давай-ка я тебе лучше из желешек сделаю коктейльчик. Он будет полезным и хорошим, и вкусным. Хотя лучок добавлю немножечко. Мы посмотрим, догадается ли он, что я в желешку добавила. Я там один секретный ингредиент добавила. Секретный ингредиент? Чем-то он попахивает. Да-да-да, это был лук. Какой-то ты слишком догадливый. Держи простое желе. Кстати, ребят, если вы любите желе, обязательно ставьте лайки. Посмотрите, как Хэнк его любит. Он просто обожает. Да-да-да, это очень вкусно. А я вот почему-то не очень люблю желе. Но это на любителя, видимо. Каждому свое, как говорится. Но ты куда убегаешь-то постоянно? От тебя аж звездная пыль летит. Я, кажется, наелся. А убегал от счастья вообще-то. От счастья это хорошо. Счастье это хорошо. Это очень хорошо. А ты вставать-то вообще будешь? Че уселся-то? Я, кажется, еще есть хочу. Ты же только что сказала, что ты не будешь есть. Это как-то странно. Пойду еще ребят позову. Может быть, они тоже есть хотят. Сейчас заберу у них эти новые уровни. Кстати, Анжела тут устраивает супер-мега-вечеринку. Это, между прочим, круто и весело. Вот и еще желающие поесть. Где у нас еще ребята? Ага, остальные работают. Пусть работают, не будем отвлекать. А пока покормим нуждающихся в еде. Сейчас посмотрим, что у нас вкусненького есть. Я предлагаю вначале начать с кексиков, конечно. Новогодних, вкусных. Всем по кексику новогоднему. Но Новый год же, праздники, каникулы. Кстати, пишите, ребят, в комментариях, как вы проводите свои каникулы. А я пока угощу их какао с маршмеллоу. Это очень вкусно. Что вам не нравится? Странно. Я вообще-то думала, что это самый вкусный продукт на свете. Ну ладно, давайте еще сахарные палочки, вот эти вот леденцы. Я не буду больше ничего. Что ты не будешь? Рот надул. Какой-то ты странный сегодня, Джинджер. Ничего-то ты не хочешь. Это вообще-то сладости. Вкусные и приятные. Посмотри, он, мальчишки аж побежали от счастья. Ладненько, сейчас им дам по шоколадке-то. Шоколадку тоже не будешь? Ну и не хочешь, как хочешь. Ты только посмотри на этих двух паранишек, как они счастливы от этих вкусняшек. Давай еще одну Хэнку шоколадку дадим. Но он, между прочим, у нас трудился, коктейльчики здесь сделал. Даже блендер вон сломал. И заслужил, наверное, что-нибудь вкусненькое. Что-то у меня вкусненькое закончилось. О, печенюшки! Это же вообще самое мое любимое. Эй, ну что вы, никто не хочет печенюшки? Ну еще по одной, всего лишь по одной. Ну и ладно. Что-то они у меня какие-то грустные сегодня. Печеньки не хотят, спать зато хотят. Я так не договаривалась. Ладно, пойдем спать их положу. Видимо, какие-то у них слишком бурные были новогодние праздники. А то они и болеют, и спать хотят, и есть хотят. Эх, котики, котики. Анжела, ты еще не навеселилась? Не, я еще поиграю немножко. Мне тут хорошо. Ну ладно, пусть Анжела веселится. Эти мои мальчишки пусть спят. Томик пусть поработает. А на сегодня все. Обязательно ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. Всем пока-пока.